Традиция проводить соревнования на лучшую санитарную дружину в нашем городе имеет давнюю историю. Ежегодно организации Бреста представляют свои активные, сплоченные и хорошо подготовленные команды. Стать победителем почетно, ведь это еще одна возможность доказать всем, что именно твое предприятие самое лучшее. Участвуют предприятия, на которых имеются опасные производства. Это не только взрывопожароопасные, химически опасные. И те работники, которые находятся на данном предприятии, они должны квалифицированно и правильно действовать в случае возникновения той или иной чайной ситуации. Среди судей – настоящие профессионалы, опытные врачи, работники санэпидемслужбы, которые знают все тонкости спасения людей на практике, а потому как никто могут оценить уровень подготовки участников. Хотел бы акцентировать вопрос на том, что в общем-то в соревнованиях участвует небольшое количество дружин. Город областной, большой. Огромное количество приличных предприятий. Если раньше, лет 10 назад, у нас на поле выходило 15 дружин, то сегодня их вышло только 5. Я считаю, здесь надо обратить внимание руководителям с указанием, допустим, горисполкома, чтобы эти сандружины были везде, там, где это возможно. Участникам предстояло пройти 4 этапа, среди которых работа в очагах химического и комбинированного поражения, а также в зоне инфекционного заболевания. Санитарные дружины предприятий «Брест-Хлебопродукт», «Брест-Маш», «Брест-Жилстрой», «Савушкин-Продукт» и «Брестского отделения Белорусской железной дороги» стали серьезными соперниками за победу, но в то же время получили ценный опыт и заряд позитива от участия. Представитель команды «Савушкин-Продукт» участвуем уже, наверное, 8-й или 9-й год. На соревнования приехали побеждать, абсолютно. Только это. Помогать людям, показывать, как мы готовились, как тренировались. На данный момент на 90% готовы. Не полностью, но набираем форму. Я думаю, к областным соревнованиям, с учетом допустимой победы здесь, на городе, мы будем готовы. Санитарная дружина «Куб Брест-Жилстроя» сегодня прибыла в полном составе на соревнования. Уделили много внимания для подготовки. Звенья у нас укомплектованы опытными санитарными дружинницами. Ну, мы надеемся на хорошие результаты в соревнованиях. В результате упорной борьбы первое место досталось санитарной дружине предприятия «Савушкин-продукт», второе – Брестскому отделению Белорусской железной дороги, а третье – команде «Брест-Жилстроя». Победители не только получат свои заслуженные награды, но и представят город на областном этапе. Людмила Лагудич, Александр Воронин, Юрий Лемонтович, телекомпания «БукТВ».